Сначала я покажу полностью. Ход. Пяточка идет сюда. Поворачиваем ногу, добиваем, приходим, встаем. А так, мы ушли, нанесли удар в ребра, расслабили противника. Начинаем делать действие. Ударом ногой расслабляем его еще больше. Нога после этого идет вот сюда. Вторая нога вот сюда. Таким образом мы начинаем скручивать человека. Затем мы вытягиваемся. Вытягиваемся, отбрасывая руки. Отсюда делаем добивание. Выходим в действие. Перекрываем его. И наносим удар. Что важно? Не рассматривайте это как буквальный прием. То есть, если вы просто деретесь, вам нет смысла переходить на землю ради того, чтобы просто перейти на землю. Это глупо. Но с помощью вот этого движения вы учитесь с какого-то внутреннего сопротивления уходить на землю. То есть, каким-то образом у вас получилось, что надо падать. Большинство классических ударников, которые, неважно, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, падать не умеют. И вот здесь вот начинается проблема. То есть человека подцепили, он упал, для него все. Ситуация закончена, он проиграл. У вас не должно быть такого. И мы учимся с помощью вот этих всех штук, учимся приземляться таким образом, чтобы нам не доставляло это проблем. То есть плавный переход на землю нужен не для того, чтобы опрокинуть противника, добить, как все остальное показано, а для того, чтобы вы могли плавно уйти на землю без травм. Соответственно, это начало большого раздела. На самом деле, восьмая атака — это начало большого раздела, которую мы в просторечии называем нижним этажом. Там множество приемов, в том числе и предназначенных для работы, когда вы попадаете вот так вот, не вперед, а назад. И он, опять же, не заточен по классический борцовский спарринг, который мы привыкли, классический борцовский партер. Он заточен под ударно-борцовскую тему. Конечно, можно сказать, что такое есть и в ММА, но здесь есть определенный момент. Очень редко в ММА становится вокруг партнера и сбивают его ногами толпой. Я такого, по крайней мере, не видел. А это заточено как раз под это. Итак, блок, ребра, расслабили, как отдельный прием. Выход вниз, неважно по какой причине вы вышли вниз. Выход вниз. Вы оказались на земле, нога. Так, вошли, подцепили человека. Вышли, да? Шли в какую-то тему. Вот это бросковая тема, которая вам нужна. Неважно, вы упали, да? Заходишь со стороны головы. Я не даю ему зайти. Предположим, он зашел со стороны головы. Вы оказались здесь. Ну, это вкратце технические моменты, которые рассматриваются в восьмой атаке. Спасибо, что посмотрели наше видео. Ждем вас в следующих встречах.